Это мы хорошо придумали. И что я вижу? Что за чушь ты несешь? Ты ведь не жила при господине. А, так я ведь замужем. Это все же другое. Тебе ведь не приходилось провожать мужа на поле брани, чтобы он бился там за господина. А жаль. Дома-то у нас с ним вечное поле брани. Далеко идти нельзя. Опасно. Друзья помогут в бою, но спасут тебя крепкие доспехи. Прекрасно. Моя лучшая работа. Ко мне всегда. Надеюсь, что проклятых монголов ливнем смоет. Так он и нас смоет. Как бы не так. Мы-то знаем, где затопить. Молодец, Зин. Не думала, что стану хвалить самурая, но с кораблем ты хорошо придумал. Ты благодаришь? Не наглей. Теперь мои корабли снова выйдут в море. Если решишь вернуться на Цусиму, я не обижусь. Еще неделя-другая, и весь ваш остров погибнет от зелья Орлицы или перейдет на ее сторону. И тогда она отправится на Цусиму. Ну хорошо, как скажешь.
Оставайся, Дзин из Ерикавы. Подрежем орлице крылья. Она недавно выехала из форта Сакай вместе с войском. Разведчики доложили. Значит, что-то задумала. И где она? Не знаю. Она умеет заметать следы. Но раз она увела свое войско, крепость осталась почти без охраны. Самое время нанести удар и вернуть себе форт Сакай. Даже если охраны меньше, попасть туда все равно непросто. Это тюрьма. Пленных пытают и насильно поют зельем, чтобы они поклялись служить этой ведьме. Знаю. Я был там в плену. Там, в клетках, сидят мои лучшие бойцы. Они помогут отвоевать форт. Только освободи их. Тогда мне хватит людей, чтобы сразиться с орлицей. Только поставь здесь побольше охраны. Если все пройдет как надо, орлица будет зла. Да уж, надеюсь. Дифуны, если убью монголов, освобожу их. Хуй! Арбу! Это все взаправду. Я свободен. Это все взаправду. Я свободен.
Это все взаправду. Я свободен. Вы люди Фуны? Да, были. Только нас поймала орлица. А ты-то кто? Самурай, что ли? Я друг. Фуна велела вас освободить и снова занять форт Сакай. Орлицы здесь больше нет. Но за нее остался командир Хунбиш. Он нас пытает. Хочет сломить, чтобы потом напоить отравой орлицы. Он не уйдет отсюда живым. Вы все возвращайтесь к Фуне. Я могу сражаться. И буду. Найди оружие и иди за мной. Пусть смерть твоя украсит все живое. Отца своего ты не спас, но надеешься спасти его крепость. Слушай ее. Вижу самурая! Орлица, он нужен живым! Прогоним монголов вместе. Разбейте клетки! Освободите людей! Спасите! Я не хочу больше Хунбишу! Найди оружие и иди за мной. Я готов. Ой, помогите! Освободить всех пленных. Если можешь, помоги. За ворота! Прогоним захватчиков! Сражайтесь с ними! Вперед! Привязал разбойников к деревьям и оставил умирать в наказание. Правда, похоже. Орлица знала, что ты придешь, самурай. Ты отведал ее священного снадобья.
Этого дара достойны лишь будущие шаманы, великие воины и правители. Она хочет сделать меня своим шаманом? Превращение уже началось. Прими этот дар. Стань ее шаманом. Воспари в вечном голубом небе. Иначе я сломлю тебя во имя Орлицы. Это не дар, а проклятие. И я перед ней не склонюсь. Весят, как червь. Жаль твой дар. Убить его! Ты бы мог служить Орлице! Я не буду ее шаманом. Где твоя благодарность? И заплатишь за это жизнью. Ты впустую тратишь дар Орлицы! А ты впустую тратишь воздух. Убейте всех! Рубите головы! Эй! Стой! Ты впустую тратишь дар Орлицы! Видения станут ярче. Они сведут тебя с ума и убьют. Зря ты не принял дар Орлицы с благодарностью. Хунбиш убил моих друзей. Я рад, что этот трус получил по заслугам. И неважно, кто его убил, пусть хоть и самурай. Мы одолели его вместе, но Орлица знала, что я приду. Оставила форт Сакай без обороны, как наживку. Хотела, чтобы Хунбиш передал мне ее послание. Он уже мертв, и форт теперь наш. Благодаря тебе мы, наконец, погоним их отсюда. Собери всех, кто может держать оружие, и отведи к Фуна. Остальные пусть укроются здесь. Форт Сакай выстоит, если его немного подлатать. Разумно. Только не спеши уходить. Прими от нас эти седельные сумки. Уж самураю такие точно пригодятся. Спасибо. Доброго вам пути. Встретимся в убежище Фуна.
не верится, что победил Бакута. А что удивительного? Будто монах, рыбак, торговка да какой-то пустозвон могут одолеть Ронина. Сколько на ставках проиграл? Да я на САО все поставил. Красный мой счастливый цвет. Да уж оно и видно. Добычей делиться не буду. А когда корчму Сакаи отбили, мы пленных монголов работать заставили. Потоп, а теперь еще и второе вторжение. А потом он исчез без следа, сильный и ловкий. Должно быть, это кто-то из наших разбойников. Никто из наших и пальцем бы не шевельнул за даром. И то верно.
Лучше попади я, Таня. Я сразу за ней пошел. Что, после битвы у форта Сакай? Нет, раньше. После того, как она убила толстяка, который в бухте был главным. Этим она и прославилась. А ее убили. Чему волноваться? Деревню захватила. Кого не убили, кого в камеру. Мне сказали, что по фонарям быстрее меня еще никто не попадал. В ущелье Сэндзио ты тоже бежал медленно. Твой путь ведет к безумию и смерти. Яд еще действует. Таких мечей не видел с тех пор, как самурай. Опять ты. Самурай освободил нас из форта Сакай. Вот уж дожили. Дин из Ярикавы. Но ты превзошел самого себя. Все мои люди целы. Форт Сакай в наших руках. Теперь мы наконец-то сможем дать отпор Орлице. Известно, где она? Пока нет, но кое-что я узнала. Орлица разослала своим шаманам приказы, а мои люди их перехватили. Похоже, она ищет какого-то самурая. Имя назвала? Нет, но можно догадаться, кого она ищет. Я одно хочу понять. Зачем ты ей так нужен живым? Может, хочет узнать, что на Цусиме, или наказать за побег другим в устрашение. Ее спроси. Что-то ты темнишь, самурай. Фуне, Дин, мы искали Орлицу. Сбились со следа, наткнулись на отряд ее разведчиков. За ними сюда и пришли. Там на утесах полно монголов. Возвращаться пришлось едва не ползком. Орлица знает, что мы рядом. Она нас найдет. Она ищет мести за свой потонувший корабль и за гибель своего верного Хунбиша. Можно уйти на корабле. Бросите дом сейчас, потом не вернете. Хочешь здесь умереть? Лучше увести их отсюда. Сразиться на суше. Мы в меньшинстве. Самураев тоже было много. Вы знаете эту землю. Устроим засаду. Там, где им будет трудно отбиться. В деревне Кидафуры.
Так и поступим. Тензо, собирай людей. Пора выдвигаться. Я послала разведчиков. Они заманят войско Орлицы в деревню Кидафуры. Наши люди готовят засаду. А что жители деревни? Деревня пустая. Никого не осталось после вторжения мясника. Твой отец перебил целую деревню, а ты ему в этом не помешал. Со сторожевой башни будет хорошо все видно. Разведчики заманят сюда монголов, но мы не знаем, с какой стороны они подойдут. Поставь людей на основных путях. Несколько всадников останется здесь. Это как на лесном пожаре. Где горит, там и тушь. Места много, нужно рассредоточиться. Где нам поставить людей? Поставь их в один ряд с жертвами твоего отца. Вели своим людям встать в дозор прямо у леса. Если кого увидят, пусть сразу запустят сигнальные факелы. Да. Пусть дадут залп, как только увидят монголов. И к ним помчимся мы. Пусть люди спрячутся в домах и амбарах. Там, где рыдали от страха жертвы твоего отца. А если монголы не подойдут? Велишь всадникам зайти сбоку и гнать их сюда. А про это что скажешь? Завидев у ворот самураев с Цусимой, люди поняли, что они обречены. Здесь они отступали. Что? Кто отступал? А, мы отступим, если их будет много. Постараемся здесь все укрепить, как сумеем. Пусть все займут позиции. Будем ждать. Им неведом ужас, что познали жители этой деревни, пока ты стоял в стороне. Скачите к постам, увидите захватчиков, дайте знак. Говоришь, они отступали здесь? Ты был с ним во время той жестокой резни. Это была не резня. Ваши воины перебили безоружных людей, как скот. Здесь прятались бойцы с оружием. А еще их семьи. Здесь жили те, кто нападали из засады. Расставляли калечащие ловушки. Вспарывали глотки спящим. А чего ты хотел? Вы пришли нас убить. В этой деревне жил мой старый друг. Когда самураи ушли, я нашел его тело. А вот голову искал неделю по грязи. Мне жаль, Тензо. Тебе жаль? Ты хоть представить себе можешь, что я испытал тогда? Ты знаешь, сколько жизней погубил твой отец? Много. Но я не мог ему помешать. Ты не мог. Другим пришлось вмешаться. Я видел его смерть. Был рядом. Но не спас его. Почему? Идут. Идем к лошадям. Они идут. Готовьтесь. Они атакуют! Тензо! Дзин! Сюда! Быстро и насмерть! Если начнут теснить... Отступаем сюда! Эта группа останется укреплять оборону. А ведь это убийцы твоего отца. Ты на их стороне. Какой стыд. Вот они впереди! Растопчи их! Ой!
потерять немного времени! В атаку! Ничего сложного, один. Хорошее начало. Это сигнал! Монголы на подходе! На коней, вперед! Как в старые добрые времена. Она вспоминает, как когда-то убивала самураев. И радуется. Это сигнал! Быстрее! Устроим монголам теплый прием. В этих телегах бочки с черным порохом. Отлично. Это был последний. Отбились. Ну, этот раз. О, такое не забывается. Кровь текла по земле рекой. Вокруг лишь погибель. Вот он, след мясника Кадзумасы Сакая. Тихо. Больше залпов на запах. Долго мы так не протянем. Вперед! Все в порядке? Да. Не задерживайся. Фуне, наши готовы к отступлению. Нам нужно больше времени. Мы будем сдерживать их, сколько сможем. Стойте! Залпов не слышно. Они затихли. Здесь были наши дозорные. Я их не вижу. Осмотримся. Может быть, засада. Они захватили дозорных. Подождите, я подойду ближе. Застану врасплох. Первью! Развяжите людей. Я тебя освобожу. Я уж думал, мне конец. Спасибо. Опять!
Опять залпы! Со всех сторон! Орлиное племя делает ход! Их слишком много! А наши люди кто где? Нет времени! Скорей! Все к лошадям! Назад! В башне! Встретим их там! Веди нас, самурай! Назад! Отступаем! Наши всадники! Их преследуют монголы! Им нужна помощь! Там еще впереди! Мы их задержали! Люди готовы к обороне! Не дайте монголам пройти! Будем биться до конца! Убейте! Отпусти! Бейте подлых захватчиков! Саики! Всегда близко! Они отступают! Гоните их! В погоню режьте их! Пусть смерть твоя украсит все живое. Дин? Пусть смерть твоя украсит все живое. Я это уже слышал. От убийцы отца. Тебе мерещится? Это из-за отравы. Помолись в последний раз и прими свою смерть. Давай. Ты же сын своего отца. Мало он пролил здесь нашей крови. Он хотел спасти людей. Ты знал, кто я. Знал, что убил моего отца. И лгал мне в лицо. Ты лгал себе сам. Моим врагом был он, а не ты. Как такое ничтожество, как ты, одолел Кадзумасу Сакая? Я не знаю. Повезло. Он перебил тысячи наших, прежде чем упасть. Думаю, сломал ногу. Мне оставалось лишь добить его. Чего ты ждешь, самурай? Не сейчас. Отец был убит, когда вы заманили нас в засаду в ущелье Сензо.
И Орлицу мы убьем так же. Нас двоих недостаточно. Иди к Фуна. И жди меня возле ущелья. Нам больше не скрыть, кто ты такой. Когда Фуна узнает... Скажи ей. Да, я Дзин Сакай. Она знает, что я сражаюсь за Ики. Лично убедилась. Скажи ей, я не мой отец. Иначе ты был бы мертв. Куда нам сейчас наверх? Мы еще с того раза не оправились. Это война. Отдохнуть хочешь? Тогда проси монголов пару дней не нападать. Что по фонарям, быстрее меня еще не... Уйди, Хатеру. Что-то не припомню, чтобы видел тебя с луком. Ха, да будет... Неприятности? С этим я разберусь. Тензо рассказал, кто ты такой. Дзин Сакай. Мне следовало бы сразу всадить тебе стрелу между глаз. Но не стало. Потому что имя — это еще не все. Мы не победим Орлицу, если не будем доверять друг другу. Может и так. Но мое доверие тебе еще придется заслужить. Возле берега стоит монгольский корабль с припасами. Там столько, что хватит всем до конца войны. Мы их заберем. И тут вам нужен самый ненавистный вам самурай. Самым был твой отец. И ты просишь врага о помощи? Рискуешь людьми ради каких-то припасов? Фуна, что на корабле? Моя дочь. Значит, ее надо спасти. Но все должны думать, что цель — припасы. Я не могу бросить дочь. Идем со мной. Помоги спасти ее. Втайне от всех. А ты просила Тензо? Он возле ущелья Сэнзи готовится к сражению. Его сейчас нельзя отвлекать. Ладно, я с тобой. Спасибо. Мы отходим на заре. Можешь пока повеселиться со всеми. Или отдохнуть. Отдыхай, пока можешь. Мы выходим на заре. Дабы торговый карман облегчил. А что мне было делать? Я бы не спела. Фуна сейчас занята. Да ладно. Чтобы она хоть раз пропустила пьянку? Было один раз. Ну, когда... Чш, мы тут не одни. Не люблю обманщиков. Хотите выпить? Такого сакэ я еще не пробовал. У нас на Ики все по-простому, господин Сакай. Если хотите выпить, угощайтесь моей брашкой по особому рецепту. Чтобы меня отравить, нужно пойло покрепче, поскольку даже я Торлицы меня не взял. Хм. Не волнуйтесь, я составлю вам компанию. За что будем пить? За победу над Орлицей. Вот так. Шаг за шагом.
Фуна говорит, на том корабле много ценного. Фуна много чего говорит. Думаешь, врет? Она что-то скрывает. И не впервые. В прошлый раз в море погибли оба моих брата. Переждем на корабле Фуна. Что, что, Сакай? Принимаем ставки. Играете в го? Меня когда-то дядя учил. Для игроков мест нет, но можно на кого-нибудь поставить. Как думаешь, кто победит? Белые или черные? Пусть будут белые. Удачи! Заходи потом узнать про выигрыш. Иного пути, пожалуй, нет. Я дала тебе приказ! Правду расскажи, иначе с места не сдвинемся! В чем дело? Припасы, говоришь? А если по правде, что там такое на этом корабле? Враг ждать не будет! А ты зря тратишь наше время! Ты должна ответить! Я тебе ничего не должна, Хатиро! Я разберусь, Дзин. Фуна, я не пойму, ты за нас или за сына мясника? Я всегда отдавала своим людям все, что у меня было. Готовь корабль. Сейчас же. Как прикажешь. На берегу ждут мои люди. Идем. Не злись на него. Не буду. Мои токи уже совсем рядом. Как она выглядит? Если пленников на корабле много, как я ее узнаю? У нее мои глаза. И овал лица. И... Что? Я не знаю, какая она сейчас. Много лет ее не видела. Когда родные отдаляются, это тяжело. У тебя есть дети? Нет. Был отец, которого я едва знал. Настоящим он бывал только в бою. Надо же. Стало быть, у меня с мясником все-таки много общего. И у меня тоже. Это свои. Убери меч. Ясу, говори. Монгольские псы грузят припасы на корабль. Про нас не знают. Если нас увидят, пойдут в открытое море. Да и пускай. Мои лучники уже наготове. Подожгут им паруса. Если нападем тихо, застанем врасплох. Не повредите ценный груз. Ты прав, Дзин Сакай. Что ж, тогда тебе и вести атаку. Захватим корабль и перебьем монголов.
Дочь Фуна. Это моя дочь. Токи, это я, мама. Когда-то я сама дала ей кусури, когда у нее была сломана рука. Это сильный дурман. Легко пристраститься. Я не знала о ее привычке, пока из-за нее не погиб отряд моих людей. По моим законам, ее следовало казнить. Но она твоя дочь. Я велела ей скрыться. Мои люди были в ярости. Они помнят, те, кто не ушли. С тех пор я исполняю свой закон неукоснительно. Но какой смысл? Ее нет. Ты пыталась ее спасти. А ведь один раз могла, когда нашла ее в чайном домике, спящую наяву. Смрад был такой, будто она неделю ходила под себя. Я пришла в ярость, и я ее бросила. Не забрала домой. Забери сейчас. Надо ее вытащить. А, что я вижу? Фуна привела нас за дочерью. А из-за этой твари погибли мои братья. Она уже заплатила за свою ошибку. Слишком мало. Уж ты позаботилась. Но я же добрый. Я разрешу тебе попрощаться, прежде чем я вспорю ей горло. Она не в себе. Чего ты добьешься, пролив ее кровь? Это не твоя беда, Сакай. Нет, моя. Кто мне еще верен, назад! Этих крыс оставьте нам! Пришлите! Не убивать!
вывести трупы этих предателей за борт. Хатер громогласный, но мало кто за ним пошел. Твои бойцы очень тебя ценят. Признаюсь, я удивлена. Из-за моей дочери погибли люди. Отцы, братья, мужья. И я ведь не пощадила бы никого, оказавшегося на ее месте. Ты на стороне дочери. Это правильно. Ее разум уже не спасти. А тело мучится без кусури. Я должна ей помочь. Спасибо, Дин. Надеюсь, ты обретешь покой. Пробуй мою сталь на шее монгола. Осторожней. Иного пути, пожалуй, нет. Раз, два, нет, нет. Поздравляю! Ты поставил на победителя, а вот и выигрыш. Спасибо. Что победил Бакута. А что удивительного? Будто монах, рыбак, торговец. Я уж думал, ты не придешь. А я думал, что ты. Рад тебя видеть, Фуна. И я тебя, Дзин Сакай. Ты много для меня сделал. Мы сработаемся. А Стензы вы что не поделили?
Если вцепимся друг другу в глотки, не выживем. Сперва остановим орлицу. Личные счеты потом. Ладно. Я пришла услышать твой план, Сакай. Как кучке разбойников победить целое монгольское войско? Как вы победили самураев 15 лет назад? Заманили моего отца в ущелье Сэндзю, убили его, и клан Сакай отступил. Так же будет и с орлиным племенем. Как привлечь ее внимание? Ей нужен я. Погонится за мной, заманю ее в ущелье Сэндзю. А там будем поджидать мы и всех перебьем. Может сработать. Сперва орлицу нужно найти. Она не сидит на месте, ищет новых жертв. Мои люди прочесывают остров, ее найдут. И тогда я привлеку ее внимание. Ты будешь не один. Орлица скоро найдет и сожжет дотла наше убежище. Если есть возможность ее остановить, значит, надо ею воспользоваться. Решено. Тенза, на тебе лазутчики. Засаду беру на себя. Я пока буду ждать здесь. Один выстрел, чтобы сбить орлицу. Не промахнитесь. Дзин! Войско орлицы на подходе! Фуны на месте? Наши в ущельях уже наготове. Теперь надо заманить к ним монголов. За войском орлицы следят мои люди. Мы с ними встретимся. Когда нападем, я отвлеку ее. Ты сказал, она тебя ищет. Зачем ей отравленный самурай? Хочет сделать меня своим шаманом. Что? Ее человек сказал, что она хочет переманить меня к себе. Но она напоила тебя ядом. Ее священное снадобье действительно яд. Но шаманы используют его для инициации. Видения продолжаются? Да. И становится хуже. Я предупреждала, что тебя ждут безумие и смерть. Тензо, сюда! Монголы прочесывают остров. Ищут какого-то самурая. Орлица с ними. Она остановила поиски и выпустила несколько орлов. Нас не заметили. Подберемся ближе. Ищите шлем орлицы. Его легко заметить. Вот она. Это орлица. Где? Я не вижу. Вон там. Она видит нас. Вперед! Вот ты где, господин Сакай. Я давно тебя ищу. Нет. Не сейчас. Прими мой дар. Стань моим шаманом. Твой дар — отрава! Откажи мне, и тотчас умрешь, как твой отец. Проклятие, где она? Тензо! Орлица ушла! Ищи ее! Ее здесь! Что случилось, Дзин? Монголы поджидали нас. Но если орлицы здесь не было, тогда где она? Где же я, Дзин? Замолчи! Какое место на этом острове зовет тебя? Где нам суждено встретиться снова? Неужели? Ущелье Сэндзю! Орлица там, где убили моего отца. Быстрее, назад к Фуне!
Я недооценил орлицу. А может, ты просто хотел к ней в услужение? Принеся нас ей в дар. Я не предатель. Я был в плену, одурманен. Принял орлицу за кого-то другого. Рассказывал ей про отца, про то, что было в ущелье Сэнзо. Она знала, где погиб твой отец. Потом узнала, что ты с нами. Даже про наш план проведала. Она нас опережает. Но шанс есть, Тензо. Их там целое войско. Фуны не справятся. Мерзавцы появились из ниоткуда. Что случилось? Потом объясним. Орлицу видела? Она возглавила атаку, перебила моих людей. Нужно отступить в укрытие. Второго шанса у нас не будет. Орлицу нужно убить сегодня. Упрямый, как мои ребята. Тогда вперед. Слушайте меня, охотимся на орлицу. Быстро в ущелье! Поздно. Битва проиграна. Ты подвел друзей, так же, как отца. Ты помнишь, как позволил ему умереть? Твой разум помутился. А вдруг это сражение тебе чудится? А? Дин, ты с нами? Да. Господин Сакай, ты вернулся ко мне. Орлица, теперь она здесь. Помнишь, как Кадзумаса истекал кровью, а ты трясся от страха, словно ягненок? Я был ребенком! Ты сын самурая, не крестьянина, но когда твой отец попал в беду, ты спрятался, как трус. Дин, все хорошо? Да, не отступать! Молодцы! Ищем орлицу дальше! Ты как, держишься? Раньше я слышал ее голос. Теперь вижу ее. Чувствую. Может, здесь видение становится ярче? Не надоело сражаться, господин Сакай? Подойди, я подарю тебе мир. А я подарю тебе холодной стали! Дин, держись давай! Помнишь, как разносились по ущелью его предсмертные вопли? Позволь мне унять твою боль. Отправляйся в пекло! Ах!
Это был последний. Орлица где-то рядом. Ты знаешь, где меня искать, ведь знаешь? Орлица ждет к востоку отсюда. Там погиб мой отец. Я не буду полагаться на твое чутье, самурай. Иди на восток. Мы с Тензо пойдем другим путем. Нет, Дзину нужна помощь. Я пойду с ним. Удачи вам обоим. За мной! Сокрушим монголов! Я жду в сердце твоей боли. Позволь тебя исцелить. Проклятье, замолчи уже! Дзин! Тебе лучше отступить. Слишком поздно. Мы на месте. Здесь ты убил моего отца. Тебя привело священное снадобье. Ты знаешь зачем? Чтобы остановить тебя. Нет, чтобы исцелиться. Ты годами прятал от себя свою боль, а снадобье раскрывает тебе глаза. Против моей воли. Твое зелье — это оружие. Не позволяй мраку овладеть тобой, Дзин. Пусть твой дух воспарит в вечном голубом небе. Я не парю над своими соратниками. Я служу им. Даже тем, кто убил твоего отца. Да, даже им. Стыдоба. Тензо, бери остальных. Орлица моя. Тебе меня не убить! Ты умрешь здесь, как труп. Тебе я несу смерть. Пусть суд над тобой вершат твои предки. Отец. Дзин. Помоги. Жаль, что мы не погибли вместе, как воины. Прости, что подвел, отец. Ты подвел весь клан. Ты очернил наше имя. Здесь до сих пор не забыли нашу жестокость. Иногда... Жизнь требует жестокости. Это и для меня было непросто. Но я выполнял свой долг. Ты помнил о долге только в бою, но не дома. Ты был мне нужен. Когда твоя мать умерла, я не знал, что мне делать с маленьким сыном. И воспитал самурая. Пора, Дзин. Делай то, что должно.
Смой позор с нашего имени. Отомсти. Убей его, трус! Нет. Я не стану таким, как ты. Я не в ответе за твои поступки. И за твою смерть я не в ответе. Священное снадобье больше не действует. Как такое возможно? Придет час, и ты предстанешь перед судом своих предков. Так будет. Пусть смерть твоя украсит все живое. Добивай. Сильно ранен? Жить буду. А ты как? Еще слышишь ее? Нет. Прости меня, Дин. И ты меня. Я думаю, надо выпить. Пойду-ка я к Фуне. Обрадую. Иди. Я скоро буду. Ты уж не тяни, Дзин. Где-то в тенях. Рука отца воздета. Навстречу небу.
Венчают голову копья. Верный конь щиплет траву. Лоза стара, но живуча. О, да к нам самурай пожаловал. Фуне, Тензо, я смотрю, дела неплохи. Без орлицы и дышится легче. Это ты постарался. Как и вы. Мы и все племя ее отсюда прогоним, если продолжим сражаться. Слышала, Фуне? Он сказал мы. Я рада, что ты с нами, Дзин Сакай. Вижу, тебе лучше. Только смеяться больно. Но с тобой мне это не грозит. Ты все равно смеешься только над своими шутками. Но мечом махать, как раньше, я уже не смогу. Значит, мирные торговцы теперь вздохнут спокойно. И чем думаешь заняться? Многие еще страдают от яда орлицы. Их не вылечить, но можно облегчить муки. Может, кто-то даже исцелится, как ты. Из-за яда орлицы мне пришлось заново пережить гибель отца. Он толкал меня к мести. Что ты сделал? Понял, чего боялся больше смерти. Подвести отца. Я много лет винил себя в том, что он погиб, а я остался жив. Так что я себя простил. И его. Это помогло? Тьма не уходит бесследно. Но понемногу рассеивается. Может, исцеление в этом? Помочь людям пережить свой страх, посмотрев ему в глаза. Надеюсь, что так. Когда-то я и представить не мог, что скажу это, но рад, что мы встретились, Тензо. Не думал, что скажу это, но... Спасибо, Дин. Самурай кланяется разбойнику. Теперь я видел все.